технической компании «Еврохим» 17 лет. Совсем взрослая. Сегодня здесь работают лучшие специалисты. На предприятия холдинга приходят лучшие выпускники профильных вузов. Здесь они могут проявить себя на производстве и построить успешную карьеру, помогая «Еврохиму» развиваться. Сегодня мы отмечаем 17 лет компании «Еврохим», 55 лет компании «Фосфорит» и более того, еще 15 лет «Кингисепп Ректор Сервис». И это все сложилось на этот год, когда компания находится, наверное, в высшей своей стадии развития за последние несколько лет. Мы близки к тому, чтобы завершить крупнейшие проекты, стройка которых продолжалась уже на протяжении нескольких лет. Это ГОК «Калий», Котельниковский ГОК, это Усольский калийный комбинат, который уже начал производить продукцию. До конца года мы ожидаем выпуск аммиака на северо-западе. И на этом развитие не заканчивается и, наверное, только начинается. Не просто складывалась судьба завода, но трудовой коллектив справился с проблемами. И сегодня предприятие успешно набирает обороты. Вхождение в состав холдинга позволило выстроить четкую логистическую цепочку от получения сырья, его доставки, переработки в конечный продукт и отправки потребителю с полным контролем за его качество и полное сопровождение товара. За 17 лет «Еврохим» превратился в крупную мировую компанию, продукция которой продается в более чем 100 странах мира. Но что немаловажно, весомые инвестиции вкладывает в развитие своего региона. Компания «Еврохим» стала первой среди предприятий крупного бизнеса Кингисеппского района, приступившей к реализации соглашений о социальном партнерстве, выбрав при этом самые важные и перспективные направления – здравоохранение, образование, спорт. За последние несколько лет социально значимые проекты Ленинградской области и Кингисеппского района компания вложила весомые инвестиции. Нашими совместными усилиями развиваются, преображаются, становятся современнее и комфортнее для жителей и город, и район. Почетные грамоты, благодарственные письма получили машинисты, слесари-ремонтники, инженеры, монтеры, мастера смен, механики, маляры, люди, от труда которых напрямую зависит развитие производства. Самой главной наградой дня, почетного знака «Заслуженный работник Еврохима», в этом году удостоен Сергей Сбродов, начальник цеха «Амафос». Весь вечер городской ДК был наполнен теплыми речами, добрыми пожеланиями. Разыгранная лотерея принесла непередаваемые эмоции счастливчикам. Они унесли домой пылесос, микроволновку, телевизор. Гостей праздника порадовали выступлениями хореографические коллективы «Ритмикс» и «Радуга», а также заслуженные артисты России Татьяна Овсиенко и Сергей Рогожин. Афанасьева, Андрей Козлов, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ.